Кто мне за это заплатит? Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Ты же знаешь, он невиновен. Я не могу в это поверить. Ты же знаешь, он невиновен. Спрашиваю себя, чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят? Ищу деньги, Соня, не беспокойся. Я не беспокоюсь, Томми, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Это ясно без разговоров. Томми? Томми, как дела? Нет-нет, скажешь мне позже, скажешь мне позже. Томми, это Авари Каррингтон. Думаю, вы встречались на вечеринке. Мы не знакомы лично. Привет. У Авари есть предложение. Разве мы думали по-другому? Я пытаюсь прогнать волков от двери. Так поможешь мне? Я как натянутая проволока. И даже если мне придется умереть до конца недели, хотелось бы думать, что не бедным. Теперь успокойтесь вы оба. Сынок, ты помогаешь мне, и если какие-то куски дерьма мешают тебе жить, я позабочусь о том, чтобы они надолго заснули. Ладно, ладно, чем я могу помочь? У компании по доставке есть депо на классном участке. Они не продаются, они ухватились за него, как огромные старые крысы. Так мы выкурим оттуда этих паразитов. Отправляйтесь туда и потрясите осиное гнездо. Охрана будет сильно занята, и вы можете пробраться и разобраться с ними. И вы должны поменять одежду у Рафаэля, вы должны были уже быть там, так идите. Должен быть бунт. Если дела пойдут так, как надо, зайдите как-нибудь ко мне в офис. Кто они, эти ублюдки? Адвокатские ублюдки, окруженные такими же уродами. Yo, get out my set, son. Might as well take this now. You got like my... Разойдитесь. Правление будет обсуждать все жалобы соответствующим образом. Богатая дирекция сосед. Алло, это мистер Версетти? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня. Да, помню. Мистер Версетти, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где меня найти. Хорошо? Удачи, сеньор. This is my first night! I miss the brand of Narita! Tell me.